всем, друзья, это канал Сосиска в тесте. Мы продолжаем One Up на Мирослава Клозе. Сегодня у нас уже есть два золотых нерарных игрока. Сегодня еще нужно немножечко поулучшать состав в этой серии. Ну, буквально 5 игроков, я думаю, для нас в этой серии будет нормально. Ну что ж, я думаю, пора уже отправляться в матч. Так что, поехали. Какой сейчас соперник, интересно, у нас найдется. Надеюсь, не очень он будет сильнее нас. Ну там, опять немецкая лига, как обычно, да? Соперник-то нашелся у нас, Ювентус. Red Bull у него форма. Да, мы этой формой сыграем. Поехали, давай. Пшпынькай на кнопочку. Бджипн. Якув. Якув. 69. Регион, мне кажется, Людиме 69. Бразильцы. Бразилия, Рональдиньо, КДМ. Рональдиньо все-таки, наверное, не КДМ. Более. ФПС опять шлепнулся. Рональдиньо с финтами своими. Я ничего, конечно, не скажу, но, блин. Столько финтов лишних. Мимо! Ух, как это сейчас нам повезло. Давай, давай. Пробей! Хорош! Еще немного подкрутить надо было в дальний угол. И все получилось. О! Как же сейчас повезло! Рональдиньо пошел на финтах. Ой, хорош. Ой, воротчик хорош. Ой, хорош вообще. Потрясающая реакция вратаря. Клозе. Клозе! Клозе, Клозе, Клозе! Есть один. Есть один. 1-0. Вот так вот надо пользоваться преимуществом. Отлично. Левой ногой в дальний угол. Красота. Клозе. Кло... Ух! Шведой пытался Клозе сейчас забить. Судья накосипорил. Удар! Ложные замахи одни. Ложные одни замахи. Все, победа. 1-0. Клозе забил мяч один. Сейчас будем решать, кого поменяем. Игра не очень такая опасная была на моменты. Поэтому моментов в этой игре будет мало. И очень скучно получится игра. Ну что ж, ребят, мы поменяем нашего хорошего Кармону. Или все-таки... Да, Кармону поменяем. Эммануэльсона. Эммануэльсон выходит у нас вместо Кармоны. Или вот так поставить. Или поставить вот так вот. Да, давайте вот так вот поставим. Недель у нас идет туда. Ну вот, вот так пойдет. Что ж, поехали, следующий матч. Думаю, соперник найдется хороший опять. Не очень сильный. Тоттенхэм нам выдается. Шальки. Ну давай, ладно, поехали так. Тоттенхэм в форме Шальки. Макси. Команда называется 84 рейтинг. Погба, Кака. И так далее. Италия. Что еще сказать? Италия. Ну, сейчас серебряная. Италия покажет ваша Италия. Поехали. Всех собрал. Фу-ху-ху-ху! Это красота просто, ребят. Мы просто развозили. Просто развозили и развези. Развези. Развезли всю защиту. И напихали. Ох, как красиво сейчас все это получилось. Ну, конечно, отскочило. Но все равно, как мы там распасовались внутри штрафной, среди стольких-то.
Давай. Оп! Убирайте! Убирайтесь! Убирайтесь вон на 9-й минуте 2-0. Оп! Оп, оп, оп. Друзья. Это замечательно. Соперник-то ливнул, кажись. Соперник-то ливнул, кажись. Давайте ждем, что же он сделает. Он ливнул. Обычно, когда в окне играешь или там сворачиваешь и закрываешь, именно так соперник ливает. Вот это да. Мы нанесли всего 2 удара, 2 в створ и мяч, 2 мяча в ворота. Что ж, нам придется тогда 3 матча в этой серии играть. Представляете? 3 матча. Ну что ж, сейчас мы поменяем игроков. Ну что ж, меняем мы, конечно же, Меделя, потому что, ну, больше некого поменять. Медель уходит. Давайте вот так вот сделаем, чтобы сыгранность была получше. И Жервини выходит у нас вместо Мартино, Рафаэля Мартино. Уже, смотрите, уже 5 игроков есть, осталось еще 5 игроков поменять. Я думаю, вот ближайшие уже эту серию и в следующем матче, в следующей серии мы уже будем полностью золотой состав нерарный, а потом уже и обретемся рарными игроками. Ну что ж, поехали этим составом уже играть заново. Соперник покинул почему-то, я не понимаю. Но ничего страшного. Найдется другой. Ну давай, этот же. Давай. Поехали. Ну вот, смысл был, я не понимаю, выходить. Фресп. АПЛ. Это О, Старидж, Силва. И так далее. Ну что ж, поехали. Понеслась. Жервиньо. Изи каточка, друзья. Изи каточка. Вот это да. Вот это да. Еще один мяч Клоза на 7-й минуте. Посмотрите, как разыграли. В одно касание все. Все в одно касание. Замечательно. Заброс на Жервиньо. Клоза удар. Йорис. Баду. Клозе. Удар Клозе! 2-0. 2 мяча Мирослава Клозе. Замечательно. Как же замечательно сейчас сыграл Мирослав Клозе, подключившийся после передачи отдавшему Баду. Посмотрите, и Баду точную передачу на Клозе, и Клозе смог пробить. Замечательно. Вот так вот. Клозе удар! Йорис! Йорис тащит, Йорис! Это потрясающе просто. Пушка, а! Констант, подача! Подача! Санта-Крос! Санта-Крос, Санта-Крос. Замечательно, 3-0 уже. 3-0. Никто его не крыл, спокойно. Все. Соперник психанул. Соперник сейчас ливнул. Соперник пукан, бум-бум. Мы начинаем нас относить.
потом нужна, а потом нажимает. А я понимаю, что это не очень. Оп, оп, ух, Юрис, какашек. Касан, подача, ух, Юрис. Вперед, вперед, давай. Пусти жалби. Констант, передач, оп, оп, жене, поскакал. Глаза удар, глаза выше, ух, как поздно, ух, как поздно. Констант, подача, Мирослав, Мирослав, ёшкин. Давай, Мирослав, Мирослав, удар, Мирослав, блин. Козы, 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 давай, козы, 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 не моё. Козы. Оп. Оп. Давай, 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 давай. Друзья, мячи, я говорю, будут засчитаны только, которые мы забили до того времени, когда он играл, то есть соперник играл. Ох, угловой еще что ли будет? Может, свистнешь, судья? Молодец. Молодец, судья, что свистнул. Было два мяча, но было 3-0, когда соперник перестал играть. Коза забил тогда всего два мяча, поэтому... мы с вами добавляем всего лишь двух игроков. А каких, вы узнаете через несколько секунд. Что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж. Ну что ж, мы меняем сейчас Лазари. Он выходит у нас вместо нашего Баду. И Де Скиглио. Он у нас выходит вместо... нашего потрясающего команды, который просто рвал фланг. Но Десиглио будет тоже тащить, я в этом уверен. Так что, друзья, осталось всего 3 игрока поменять. Увидимся с вами в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, конечно же, комментируйте и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Всем пока!